6 лип и 40 кустов ивы сорта «Стелла Купидона» скоро поступят в Киров. В отделе зеленого строительства УДПИ сообщили, первая партия деревьев прибудет в город в ближайшее время. Все растения крупные, высотой до 3 метров. Липы высадят у памятника Кирову на Октябрьском проспекте на месте голубых елей. Как отметила начальник отдела Светлана Кекина, это нестандартное решение для бульварной части. Идею взяли с фотографий дореволюционной Красной площади в Москве. Тогда у стен Кремля росли именно липы. Еще одно место, которое преобразится с помощью озеленения, это каскад лестниц у Старого моста. По задумке дизайнеров, там появятся алые паруса, которые создадут из ив сорта «Стелла Купидона». Их кроны имеют форму паруса, а кора – красного цвета. В летнее время композицию дополнят клумбы с цветами синего и голубого оттенков, имитирующих морские волны.